С каждым днем шансов на формирование коалиционного правительства в Турции становится все меньше. На повестку дня выходит перспектива проведения парламентских досрочных выборов. Президент Турции Эрдоган заявил, что страна стремительно движется в этом направлении. Он отметил, что сложившуюся ситуацию возможно решить только при вовлечении в этот процесс воли народа. К сожалению, Турция все еще не получила новое правительство. В связи с этим, чтобы найти выход, мы снова должны спросить волю народа. Я руковожу этим процессом в рамках Конституции и в дальнейшем это буду делать. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, представитель партии «Справедливости и развития», признал провал переговоров о создании коалиционного правительства. Его встречи с лидерами оппозиционной республиканской народной партии Кемалем Калыч Дароглу и ультраправой партии националистического движения Девлетом Бахчели завершились безрезультатно.